Привет, меня зовут Дима, я участник стартап-движения в Латвии. Мне нравится то, что я делал, так как у меня получается создавать что-то новое и полезное. Поэтому я никогда не испытываю напряжения в своей работе. Я основатель Фрэнка, первого в мире таксомоторного бота и содружества локальных таксомоторных приложений Frankly Partnership. Такси-бот – это самый простой способ заказать такси через мессенджеры или социальные сети. Для заказа достаточно зайти в мессенджер, например, Facebook, и в поиске набрать «Frank Taxi Bot». Наша команда называется «Такси». Отправляем команду боту. Место посадки можете указать с помощью геолокации или написать вручную. Frank спрашивает место назначения. В данный момент мне надо поехать в аэропорт, поэтому я просто ввожу название аэропорта. Фрэнк сообщает мне, когда машина приедет, куда меня отвезет, сколько стоит, сколько километров я проеду и сколько времени займет мой путь. Мне нужно это согласиться или отказаться. Фрэнк спрашивает, сколько пассажиров и предлагает мне указать дополнительную информацию, нужно ли мне детское сиденье или я хочу перевезти животного. На данный момент мне ничего не нужно. Теперь Фрэнк спрашивает номер телефона, который можно внести как голосом, так и вручную. Телефон надо ввести один раз, после этого Фрэнк его запомнит. Теперь мы ждем, пока таксист примет мой заказ. По мере ожидания такси, Фрэнк напоминает о том, когда машина будет у вашего дома. Когда машина приедет, Фрэнк пришлет вам уведомление о том, что машина ждет вас внизу. Если вы не отозвались, водитель сам позвонит вам. В целях улучшения сервиса мы работаем только с самыми качественными таксомоторными приложениями, поэтому мы можем гарантировать, что сервис будет на высшем уровне. Сейчас мы выйдем на улицу, и вы в этом убедитесь. Фрэнк работает по всему миру и отправляет заказы в такси-приложения, работающие в регионе клиента. Поэтому нет никакой разницы для клиента заказывать такси из такси-приложения или у Фрэнка, кому как удобнее. Содружество локальных такси-приложений или Frankly Partnership – это защита небольших таксомоторных приложений от экспансии больших игроков, таких как Uber. Почему партнерство с Фрэнком выгодно всем? Первое. Потому что, передавая заказы партнерам за пределы охваченного вами рынка, принимающая сторона выплатит вам комиссию за каждый полученный заказ, а ваш клиент сможет пользоваться вашим такси-приложением по всему миру. Второе. Потому что если не объединиться сейчас, то глобальные компании захватят ваш рынок, и бороться с ними в одиночку будет крайне сложно. На данный момент интерес к сотрудничеству проявило больше 80 таксомоторных приложений. Все, что нужно, это подключиться к Frankly Partnership и обмениваться с другими участниками партнерства заказами, которые вы не можете или не хотите выполнять самостоятельно. Партнеров, с которыми производится обмен, вы также выбираете сами. Спасибо за просмотр моего видео. Всю дополнительную информацию вы можете получить на нашем сайте franktaxibot.com. Также я буду рад лично ответить на все ваши вопросы посредством скайпа. Вы можете прямо сейчас протестировать нашего таксомоторного бота. Для этого просто нажмите на нашем сайте кнопку Subscribe Me, и Фрэнк в интерактивном режиме зарегистрирует вас. Надеюсь на сотрудничество с вами в ближайшем будущем, успехов вам и всего хорошего!